Сергиев Посад готовится к Новому году. Новогоднего убранства с каждым днем становится все больше. На Советской площади заняла свое место главная районная елка. Ее огни зажгутся 26 декабря. А пока светящиеся арки, снеговики и причудливые ледяные фигуры радуют горожан. Специалисты муниципального предприятия «Архитектура и градостроительство» сначала разработали схему украшенной площади. Световые полусферы, палатки с сувенирной продукцией и каток прямо у здания администрации появятся позже. И только поставили, но уже на сегодняшний день очень много людей, кто сюда приходит с детьми. Очень много информации в интернете уже, смотрю, выкладывают. Так что, смотрю, жителям это очень нравится. И я думаю, в этом году у них останутся наилучшие впечатления от оформления площади города в новогодние праздники. Ну, вообще очень красиво. Да, очень нарядная, фигуры такие очень интересные. Решили посмотреть ледяные фигуры. И как впечатление? Очень красиво, очень нравится. Вообще здорово сделали. Что бы вы пожелали всем жителям нашего города вот в преддверии праздника? Ну, в преддверии праздника счастье, здоровье. Здоровье в первую очередь, конечно же. Чтоб все были счастливы, чтоб все было у всех хорошо, замечательно. Вот ледяной Дед Мороз везет подарки, а это Снегурочка. Она готова рассказать детям новогоднюю сказку. Ледяной трон от самой Снежной королевы. Сюда забираются и с удовольствием фотографируются самые смелые наши горожане. Лабиринт, ледяная горка, которую уже достраивают, излюбленное место зимних забав малышей. Я бегал в лабиринте, а мы пытались вытащить две монетки, но у нас не получилось. Они как-то застряли там. А что за монетки? Вот. Пойдем, сейчас смотри, покажу. Показывай монетки. Это 10 рублей. А я не знаю, они перевернуты. Копеек, это кто-то прилепил уже, пошутили, да? Да. Давай попробуем. Нам очень нравится, очень хорошо все сделано, прям для ребятишек. Мы каждый день сюда приходим гулять. Да. С ребятишками вон бегают. Им очень нравится, очень. Особенно лабиринт. С Новым годом. Молодец. В парке у ДК Гагарина тоже поселились новогодние снеговички, летящие птицы и гирлянды. Проспект Красной Армии заиграл новогодними огнями. А вот бульвар Кузнецова только готовится к праздничному убранству. С 19 по 23 декабря там пройдет конкурс снежных фигур. Организатор муниципальное предприятие «Архитектура и градостроительство» привезет снега, расчистит территорию для участников конкурса. Заявки на участие ждут от всех желающих до 19 декабря по телефону 547-06-64. На праздник, шумный новогодний, мы собрались в нарядный зал. Лесную елочку сегодня никто красивей не видал. Сверкает золото, иголки, и блещет серебро дождем, и пахнет лесом хвойной смолкой. А мы сегодня чудо ждем. Вдруг оживут ее игрушки, втягнут из чащи к нам леса. Лесные оживут зверюшки, ведь все мы верим в чудеса. В детском саду номер 8 подготовка к праздникам. Самые маленькие пока еще с помощью воспитателей наряжают елку, нарисованную на плакате. Дети постарше разучивают стихи и песни. Новогодние гирлянды, запах мандаринов, румяные щеки и промокшие от снега варежки. Время, когда веришь в чудо, и оно происходит, когда счастлив просто потому, что счастлив. До Нового года осталось совсем немного. Ирина Белякова, Кирилл Емельянов, Евгений Шевченко. Тема.